собчане будут вводить мяч в игру. Рыбак на левый фланг. Пилипович классно открывается с кавыш и уже входит практически в штрафную. Удар и счет 1-0. Классная атака. По-настоящему классная. Станислав Драгун возвращение в стартовый состав отпраздновал забитым голом. Ну давайте отметим вертикальную разрезающую. Гол придает сил, придает энергии. И поэтому, как мы видим, пожалуйста, еще один опасный штрафной. Шахбос, Умаров и, пожалуйста, 2-0. Борисовчане делают свое дело. Станислав Драгун, да, это дубль, его очень здорово. Ну, здесь тяжело даже что-то разбирать, это просто хорошо. Было видно, что немножко деморализованы они этой ситуацией. И тут же Батэ наказал именно уже вторым забитым голом. Здорово прессингует, но, пожалуйста, одна атака, один гол, вторая атака, гол. Да, и будучи в таком состоянии, вот когда чувствовалось, что Батэ уже перехватил, не перехватил, а владел стопроцентной инициативой, не давая сопернику. Очень громко о себе заявить прямо сейчас. Это большущий шанс для него, тем интереснее будет. Владислав Васильев удар, нет, без шансов. 2-1, 2-1 уже интереснее. Ну вот совсем другая сейчас игра пойдет, я думаю, очень хорошо. Так, с точки зрения зрелищности матча и...